Российская национальная премия «Студент года» – уникальный конкурсный и образовательный проект для учащихся вузов и СУЗов, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни. Его учредителями в 2014 году стали Министерство образования и науки РФ и Российский союз молодежи. Это национальная премия в области поддержки молодых студентов, которые занимаются активной деятельностью в учебной, в неучебной, по всем сферам деятельности, которые есть. И премия нацелена на то, чтобы поддерживать самых лучших студентов России. Я туда попал благодаря тому, что стали победителями в номинации «Лучший орган студенческого самоуправления» на уровне Республики Татарстан. И уже после регионального этапа мы попали на всероссийский. Вот. И вот эти 4 дня мы боролись за звание, я уже боролся за звание лучшего председателя студенческого совета. В 2019-м имена лучших российских студентов были объявлены 17 ноября в Ростове-на-Дону. Председатель студсовета Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Камалидин Бабахонов стал лауреатом второй степени в соответствующей номинации. Надо сначала пройти огромное количество этапов. На самом деле это университетский, после этого городской, региональный, и только после этого тебя зовут на всероссийский. И то, если ты проходишь по резюме. То есть это надо проделать, я к этому шел не один год, и нужно понимать, что здесь нужен важен опыт, нужна победа на уровне университета, а потом уже республики, чтобы позвали уже на уровне России. И когда ты предоставляешь свое резюме, важно, чтобы у тебя были и другие достижения в разных сферах. И, наверное, благодаря тому, что я сам участвую в различных конкурсах, участвую в самых различных сферах, получилось таки пробиться на эту премию. За звание лучшего студента из студенческого объединения боролись 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских образовательных организаций высшего образования. Всего в премии участвовали около 600 обучающихся из 55 субъектов Российской Федерации. Республику Татарстан представили 19 участников. На первый момент я думал, что на уровне России наверняка есть очень сильные конкурсанты, действительно, которые достойны, нереально достойны были все победы. Но когда я пришел туда, и мы действительно показали, я показал тот опыт, который есть у нас, та работа, которая выполняется у нас, то мне сказали то, что уже даже соперники признали, что в Татарстане, конкретно в Казанском федеральном университете, проводится огромная работа в этом направлении, и что именно мы в моем лице достойны на победу. Но получилось так, что второе место, но я думаю, в этом ничего страшного. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз.